Всех приветствую. 13 декабря сегодня. Так, светло е, вода е, тепло е. И есть чем очень-очень хорошие новости. Ну, посмотрим, для кого не хорошие, для кого просто новости. В Запорожье можно будет оформить возврат 80% от стоимости генератора. При условии, если он составляет... Но стоимость его до 30 тысяч гривен. Оплата должна производиться через банк. И эта информация, ну, как бы, для тех, кто хочет вообще покупать генератор. Право на это имеют жители ОСМД, ЖСК и руководители многоквартирных домов. Это вот то, что... Я нашел по поводу того, кто хочет именно купить себе генератор. Но с генератором нужно быть очень-очень осторожным. Потому что за последние дней 10 тоже нашел такую информацию. Погибло трое человек, задохнувшись угарным газом. Ставить его в квартирах нельзя. Но это я имею в виду за дизельные, бензинные, балконы. Ну, ни в коем случае этого делать не нужно. Поэтому, кому будет интересна эта информация, воспользуйтесь. Усім гарного дня, бережіть себе, і все буде добре.